учебная. Вы видите эту тень? А теперь сравните. Это у меня. Ну, у меня так получилось. Какой бы я ни был, сам себе умным кажусь. Ну, где солнце, там и так растет. Где тень, ни хрена не растет. От жадности садил. Все подряд. Место-то где взять? На стороне нет места. Вот это питомник, плавно, помните, я рассказывал, кочующий питомник. Он стал маточным садом. Видите? Вот тут же рядом еще. Места так мало, что даже во вред вот эти вот. Это прививки этого года. Смотрите. Хоть я показывал вам, что снег снегом, но под бутылками они быстро в рост пошли. Вот. А вот это уже навсегда маточный сад. То есть, а как навсегда? Они потом мешать друг другу начнут. Но они сами решат. Кто задавит друг друга, тот и задавит. Выпилить недолго или вырубить. А кто останется, тот значит хорош. Это та же самая селекция. Это маточный сад. Ну и, друзья мои, как всегда, я вас очень прошу. Сотни, наберите только купить саженцы. Сотни, 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 сотни. Самое страшное, что раньше были питомники, теперь интернет-магазины. Месяц там простоит, еще на последнем издыхании вам продадут, а вы купите. Листьев нет, ничего не поймешь. Вот. Многие просыпаются прямо в магазинах, вам скажут, ой, здорово, он же растет. Уже начал, вам повезло. И вот получается так, что нигде до сих пор, где маточный сад, где маточные сады, где вот такие сады, откуда берут почки, где берут, я ничего понять не могу. Ладно. Ну, это фотографии, чтобы вы знали. Еще раз. Прививка почка, если я прививаю, мы уже видели, да, 2-3 почки, одна, это, черенок, часто 2 черенка, так. И тогда, конечно, все это остается или один побег, или остается, кстати, здесь, по-моему, прививка почка. Да, прививка почка, это не мое. Так, и теперь, значит, или остается у меня, то есть получается от 2 до 6 почек, может быть. Вот. Среди них находится хотя бы одна ростовая. Ну и крепкий саженец. А вот откуда вот это берется? У человека, у того, кто занимался прививкой, почка попалась плодовая. Вот она и все превратилась в плодовую веточку. Ой, сколько их на рынке. Даже двухметровая, смотришь, а двухметровый, ой, все, ладно, проехали. Это надо натуре все показывать. Вот эту фотографию. Это вот погибшие 2 прививки мои. И это абрикос маньчжурский. И он оброс. Вон же плодики, видели? Вот. Он оброс вот такими вот веточками. Ну, кто-то бы сказал, караул, загущение. Кстати, никакого загущения я не вижу. Абрикосы довольно быстро, они, вот смотрите, видите, здесь ничего нет. Страшные морозы, и вот здесь вот быстро-быстро оголяется, вот это уже оголено. Поэтому никаких не может быть речи о никаком осветлении дебильном, что мы проходили, да? Не может быть, это раз. Но главное, я ввел термин инфицирование. Еще один, опять, я уже думаю, в этом, то есть в академическом зале хохочет или нет. Инфицирование придумал я. То есть, прививка или чуть-чуть пошла, погибла, или сразу погибла. Но, смотришь, ну, химера здесь слово может подходит, может нет, кто захочет, может пришлепнуть, как нас с Ладенковым, словом химера, ну, пришлепывайте. Вот. Но здесь я ожидаю плоды не маньчжурца. Вот. Интересно жить. Второй пример еще ярче. Вот то, что называется химера. Чуть-чуть ниже границы прививки. Это королевский, последний год, наверное, живет. Он уже на 3/4 голый. Ему 32-34. Если брать от прививки 32. Так. От времени прививки. И вот он в нижней части, ниже прививки, дал вот этот побег. Я жду от него чуда. Не дождусь, все равно под пилу пойдет. Вот. Но здесь плоды роскошные, королевские. Показать вам их? Это просто, чтобы интересно было.
Рылевский, но ладно, проехали. То елки. Вот же он. На самом на виду. Вот это и есть Королевский. Вот. Ну, пойдем дальше. Да, мы всего час 12 минут разговариваем. Оказывается, я только начал. Вот. Так вот, представляете, манджурис, да? Самые мелкие плоды у него. Как у голубя чуть больше. Как яйца у голубя. Ну как помереть-то спокойно? Ни за что. Вот учебный снимок. Давайте по порядку. Смотрите. Вот эта вот дама. Это моя ученица. Так. Зовут ее Елена. Фамилия Савинич. Она из Красноярска. Она закончила университет. Я ее учу плевать. Университет не научил, я учу. Значит, почему палочкой вот так? Дело в том, что вот мазь, она очень нужна, защищает торцы, но опаснейшее явление, это когда мы закрываем ей эту, ну как бы избыток, это когда лишнее попадает прямо на кору. Результат, смотрите, это мы с ней наработали так. Вот, видите, начинает гнить. А потом мы еще с вами будем, у нас две огромные темы. Хотите еще годик-два позаниматься? Вот так. Две огромные темы. Я же не все время буду только проклинать. Так вот, одна из них это фотографии понаделал сотни из разных журналов. Дебильных журналов, макулатуры называют, да? Кстати, вот жалко, вот вы видите, персик пошел, вот, живой. Прививка пошла. Ну, может умереть. Почему? Вот здесь было нами неаккуратно замазано. Вот сам принцип, вот он. То есть я уже и сказал, берем тоненькую веточку и аккуратно-аккуратно наносим, чтобы это, и все равно. Вот. И тут же я вам покажу фотографию, где написано, что надо мазью закрывать. А уже, по-моему, было. Я в каком-то из вебинаров проклинал. И полностью вот так вот взять и все замазать. Чтоб не испарялось. Это один идиотизм. И второй я тоже проверил, когда я погубил их много десятков. Это когда парафином посоветовали. Я сделал, да, парафином. Тоже погубил. Вот. Вот так вот. Это наша макулатура. Вот. И самое интересное, что это никому не надо. Вот те, с которых я не проклинаю, а не люблю ученые, они такое все никогда в руках нож-то не держали. Ну а как, если ее не учили? Значит, учителя не знают в университете, как прививать, раз ее не учили. Ладно. Тимошка сделал фотографию. Называет майским жуком. Очень любознательный мальчишка. Очень любознательный. Вот. Ну, я специально взял фотографию, как для меня это самое, узелок на память. Посмотрел, вспомнил, о чем хотел сказать. На Украине майских жуков столько, что по улицам опасно ходить. То лоб получишь, то прямо в глаз, когда они летят, это как бомбардировщик. Вот, особенно ночью. А здесь я встретил их дважды. Один раз выкопал личинку. Это за 35 лет. А второй раз, у меня фотография есть, я прям фотографировал. Каким чертом занесло? Ведь им же надо спариваться, а их ну, как-то занесло. Ну, теперь сравните, чтобы не говорили, что у меня климат, как на Украине. Два жука за 35 лет, клянусь Богом. Эту фотографию я делал на пути в Красный Хутор. Это самая красивая ранетка, которую мне довелось увидеть. Она потом еще красивше стала, но... Вот, короче говоря, если брать с нее семена, кому-то из вас, не мне, это для меня это не потянуть, выращивать их и получать декоративное растение. Оно несъедобное, но декоративное растение замечательное. Вот. И они могут украшать. Она и потом останется такого цвета после цветения. У нее листья такие. Красота. Вот. Ну, теперь смотрим сюда. Это у меня 6 лет назад купленная
Мы помните название сегодняшней темы? Первый пункт идет прогулка по саду. Гуляем, немножко погуляем, потом вернемся к письмам. Вот. Колоновидка, купленная мною. Вот эта часть отмерзла сразу. Видите, здесь пень. Сбоку росточек сохранился. Еще жива. Но надежды все-таки с нее взять черенок на прививку пока не удается. Это одна. Две я купил по 500 рублей 6 лет назад. Вот. Но мне не пригодилось. Она, вот на этой было два яблока. У меня есть старая фотография, вот на ней два яблока было. Вот. И она мертва. На шестой год все-таки морозы ее добили. 40 градусов не шутка. Вот сбоку росточек, видимо, под снегом отлежался. Вот это все мертво. Это ждет миллионы. Я так представляю. Что интересно, в истории с редчайший случай, когда предлагают колоновидки, когда другое предлагает, там вранье на вранье, и враньем погоняют. Вот. Ну как это обычно выглядит? Вот у нас две компании, вот уже второй месяц продают саженцы на рынке. Я подхожу, просто прикалываюсь. Ваши, где вырастили? Здесь, в Калах. Черешню, да. Я говорю, черешню в Сибири. В Калах, где еще холоднее, еще на 5 градусов. В предгорьях там, где самая кондовая Сибирь. Вот. Ну, вранье 100%. Я говорю, ну, сказки рассказывайте кому-то другому. Вот. Ну, я как-то так уже не злюсь, уже по-доброму. Люди зарабатывают на невежестве. Вот. Другому подхожу. И третий случай я раньше рассказал, то же самое. Да, на Алтае же черешню не выращивают. Да, ну, подкупаем. Помните, да? Это, его слова я вам передал. Вот. Ну вот в истории с колоновидками все честно. Представляете, каждый раз я вижу, колоновидно написано, и точно колоновидно. Ну, фотографии они делают с интернета, это 100% берут там. Они в 100 случаях из 100, в 1000 случаях из 1000. Но колоновидки настоящие, и корни настоящие вегетативные, раз. И все колоновидное. Но не живут они ни в Москве, нигде.